Армянские СМИ сообщают о так называемом академическом ответе Баку. Армянская сторона закупает платформу по так называемому сохранению наследия в Карабахе. Сайт MonumentWatch.org – общий проект армянских и, что неудивительно, французских специалистов, направленный на сохранение армянского наследия на освобожденных территориях Азербайджана. Как заявляется, на сайте предоставлена история памятников, на которые претендует армянская сторона, их паспортные данные, научные статьи, карты, фотографии. Удивительно наблюдать, как 30 лет грабившие албанские храмы, заменившие албанские кресты хачкарами фальсификаторы, варвары, разрушившие 63 мечети в период оккупации, уничтожившие целые города, кладбища, считают возможным создавать подобные платформы. Однако в этом есть и положительный момент. Теперь наблюдать за попытками выдать исторические фальсификации за правду будет проще.